как? Да не бавь тьму Юрьевич. Почему отказываться от режима содержания? Я установлен порядок. Я согласен, слушайте. Со своей администрации, законный. Я против пыток. Вы будете? Вопрос вам задаю. Это политический заключенный Тимур Данибаев. Тимур сидит в тюрьме за то, что пытался привлечь к уголовной ответственности самого Токаева. 20 тысяч террористов – это статья 274. Распространение недостоверной ложной информации. Это его нужно судить, не меня. Я гражданин Казахстана. Сцены, нарушающие правила Ютьюба и Меты, мы не покажем. Они у нас в Телеграме. Видео мы получили из зоны общего режима в Атбасаре, Акмолинской области. За попытку привлечь к суду Токаева Тимур Данибаев получил 3 года лишения свободы. Тимур еще поддерживал Украину и утверждал, что во время Кантара казахов расстреливали войска Российской Федерации. Сейчас Тимура Данибаева жестоко прессуют сотрудники администрации колонии общего режима в Атбасаре. Кадры с его избиением и издевательствами в Ютьюбе и на ресурсах Меты мы не можем показать. Можете представить себе, что было дальше после этого обвинения Тимура со стороны сотрудника администрации? Тимур устал. На этих кадрах он не спал и не ел несколько дней. Почему вы отказываетесь? Применять спецсредства. Применять спецсредства. Касым Жомарт Токаев, неужели Тимур Данибаев вас так сильно обидел, что вы не можете оставить его в покое? Тимур Данибаев спрашивает у вас и весь казахский народ. Где нападавшие на Казахстан 20 тысяч террористов? Куда они испарились? Тимур Данибаев ни в чем не виновен. Казахи, поддержите Тимура. Требуйте свободы для Тимура Данибаева.